Ну, а теперь по-другому. Кто-то просто-напросто... Здесь хорошо отдохнул. Всем привет. Сегодня суббота. Мы с Бесси гуляем возле Днепра. Бесси, поздоровайся с нашими зрителями. И все равно не о порте. Но видео не о собаках сегодня. Как вы увидели, оно в плейлисте Life Moment. Я продолжаю выпуски о людях, которые как бы живут с нами, с которыми мы живем. Ну, как бы вообще продолжаю выпуски о тех ситуациях, которые я вижу каждый день, и, блин, ничего не делается. Хотя все говорят, что мы там идем в Европу. Какая может быть Европа с такими ситуациями? В общем, я продолжаю видео о том, как люди сорят, не убирают, хамски себя ведут. Начнем с чего? Сегодня я буду гулять и буду вам показывать то, что я говорил в предыдущем выпуске. Что здесь вообще творится, что люди после себя оставляют. Первое, с чего мы начнем, вот. Стоит дуб. Верба. Стоит верба. Вот. Ну, давняя даже, вот видно, какая-то памятка, да, даже там написано, что-то там охраняется, наверное, как-то так. Вот. Сейчас почитаем поближе. Да, памятка природы. Все такое. Была ограждена. Вот. Была ограждена. Вот оградка, осталась одна сторона только. И то я показываю, что она уже расшатана. То есть просто люди вот вырвано тут. Просто люди вот эту вот тему не смогли просто, как бы, вот, понимаете, они просто не смогли. Наверное, не хватило им дури или не хватило уверенности, блин. Или, может, кто-то все-таки сделал замечание или прогнал, сказал, что вы делаете. В общем, но здесь было, короче, как бы, вот видно, здесь гвоздь был. Вот здесь гвоздь был. Здесь было еще вот туда вот шло. Вот оградка была полностью огражден со всех сторон вот таким вот. Видно, вот для опоры еще вот есть ямка. Ну, как бы показываем все полностью, что я не просто как бы там от нечего делать, выдумываю какие-то истории, а показываю то, что есть. Ну, где-то вторая ямка как бы, может быть, засыпана, может быть, и чуть дальше, не знаю. Где-то здесь еще вторая, а вот она, вот вторая ямка засыпана чуть-чуть. Было ограждено. Короче, наши жители, которые приезжают на эту красивую вот природу отдыхать. Вот, красивые панорамы, вот рядом Днепр. Ну, здесь очень красиво, реально классно. Можно нормально семейный отдых устроить. Они приехали, там, у них не хватило денег купить дров. У них нету, короче, как бы навыков, чтобы дрова добыть здесь, да. Вот, они решили, зачем напрягаться, есть же готовые дрова, и они просто пустили эту оградку на дрова. Это просто жесть. Вот так вот. Ну, я вам буду дальше показывать. Ну, такие вот вещи, это вообще, это такой лайт, серьезно, это просто лайт. Ну, вот, то, что вы видите, вот это вот, идемте вот сюда, вот подойдем, возле памятки природы, не забывайте, вот. Это еще лайт, это еще люди относительно за собой поубирали. Вот там вилка, это еще относительно за собой поубирали. Мы будем гулять с Бесси сегодня около часа. Я пройдусь по окружности. Ну вот, все не обойду, конечно, все места. Но того, что я пройду, я вам сегодня покажу. А бы вы только смотрели. Я вам сегодня сколько всего покажу просто в этом выпуске. Главное, чтобы вы смотрели просто. Блин, задумайтесь, люди, задумайтесь реально о том, что вы оставляете, какое вы наследие оставляете нашему поколению. Какие вы вообще, как бы, блин, ну, я не знаю, там, какие вообще могут быть речи о какой-то Европе, развитии страны, если вы вот, понимаете, вот это вот. Если вы природу просто, блин, уничтожаете нафиг. Ладно, продолжим на следующем памятнике человечеству, блин. Идем дальше. Мы чуть сместились, как видите. Красиво, здесь реально красиво. Ну,
Блин, ну просто дорога. Просто дорога. Здесь не так далеко, чтобы вы понимали, к городу. Ну, как бы к мусоркам, где можно выкинуть мусор, оставить. Вот, пожалуйста, кто-то шел по дороге, хлоп. Зачем, блин, зачем тянуть с собой лишние вещи, правильно, зачем? Ну, тут можно просто бесконечно, понимаете, ходить и показывать вам, показывать и показывать. Вот, пожалуйста. Просто люди тупо сорят за собой, не убирают. Им или тяжело, или, блин, они считают ниже своего достоинства просто. Продолжаем снимать. Отошел буквально 2 метра от того места. Там просто женщина попросила, чтобы я собаку убрал. Ну, боится собак. Это меня Бесси вообще не забивает. Да, Бесси? Чапай, чапай. Ну, я зайка хорошая. Вот, ну, как бы, в общем, чуть-чуть буквально отошел, вот, пожалуйста, так, 25, ну, здесь вообще, как бы, экземпляр хороший. Ну, люди, наверное, не понимают, что вот такое вот, чтобы перетравить природе, надо, блин, ну, тупо, минимум 100 лет. Вот такие вот вещи, ну, это еще бумага такое дело. Это полиэтилен, пластиковые бутылки, минимум 100 лет, вот, пожалуйста. О, я вижу еще один экземпляр. Вот, пожалуйста, бутылка. Ну, блин, ну неужели? Неужели тяжело просто взять и выкинуть? Просто взять с собой. Вы же несете пакеты на природу. Положите в эти пакеты мусор и тут по тому же маршруту тут мусор оставьте. Я не понимаю, что происходит с людьми. Куда мы катимся? О каких вообще, о каких вещах мы можем вообще разговаривать? Вот, пожалуйста. Ну, тут даже комментировать ничего не надо. Просто жесть. Вот смотришь просто на вот это вот все. И кто-то выкинул, кто-то ехал на машине, судя по всему, выкинул отработку после ремонта каких-то, плитку какую-то, наверное, снял где-то, плитку как бы менял. Выкинул здесь прям, зачем напрягаться, прям здесь. Все люди остальные, которые шли как бы с природы, они видят кучу как бы плитки, ну типа мусорка, ну выкинем сюда, далеко нести, выкинем сюда, это ж типа мусор, кто-то типа должен убрать, кто? Вот, пожалуйста, просто жесть, ну просто как бы, вы понимаете, о чем я говорю, я надеюсь, все это так видно, как я вот вижу. Надеюсь, на камере все хорошо видно. Чтобы вы понимали всю серьезность ситуации. Просто. Везде одно и то же, как бы. Люди сорят, 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 но никто за собой не хочет убирать. Я не говорю уже за другими, за собой даже никто не хочет убирать. Не все, конечно, но большинство таких вот людей. Вот. Ну, в доме у нас денег хватило купить, понимаете, что-то вкусненькое, да? А ума, блин, выкинуть нормально все эти упаковки, всю остальную срань за собой. Не хватило. Ну, вот так вот. Ну, как бы люди вот выкидают, да, бутылки, пакеты, пластик. Выкидают просто-напросто и не думают, ну, как бы, куда оно дальше денется. Оно так и будет лежать здесь, понимаете. Здесь просто очень много. Если показывать вам везде этот весь мусор, просто, ну, и не у вас не хватит, как бы, терпения до конца сидеть, смотреть это все дело. Да я и так сомневаюсь, что-то это будет, кроме меня, там, и самых-самых, там, моих друзей, кто-то досмотрит до конца это видео. Ну, как бы, я, по крайней мере, досмотрите просто, вот, чтобы вы понимали вот, ну, всю серьезность. Хотя бы вы, которые посмотрите вот на последствия этих всех ситуаций, хотя бы вы не будете так себя вести. Вы в следующий раз вспомните это видео, когда будете на природе, вспомните это видео и решите за собой все убрать, чтобы не было вот такого вот, понимаете, вот такого. А здесь мы выгуливаем собак. Вот. Здесь, ну, как бы гуляют наши дети.
Здесь у меня жена часто гуляет с ребенком. Как бы. Она видит это все дело просто в ужасе. Притом, я вам скажу вот так вот, как оно есть на самом-то деле, что в начале этого сезона мы здесь как бы гуляли, были на природе, здесь ничего этого не было, здесь было чисто. Реально чисто. Не знаю, может, коммунальщики поубирали, может быть, до этого никто не сорил, но было здесь относительно чисто. Сейчас же это просто жесть. Я не говорю о тех местах, где закрыто все травой или кушарями, где скрыто все из виду. Просто некоторых людей не хватает, в совести еще хватает на то, чтобы бросить не возле дороги прям вот так вот, а именно где-то там забросить в кушари, по крайней мере, от глаз подальше. Ну, в любом случае, это не облегчает ситуацию. На самом-то деле, это просто... У меня нету слов просто, как это сказать. Ну, ладно, пойдемте дальше, будем смотреть дальше, что мы зацепили с ними. Еще много чего будет вам показать. Чтобы вы понимали, что я отошел буквально... там вот это все было, вон там деревья. За вот этими вот деревьями следующие. Там вот я снимал предыдущий раз. Вот я пришел сюда, вот, пожалуйста. При том, что я по дороге видел мусор, просто реально решил не включать. Просто каждые вещи как бы показывать, это просто... У меня реально памяти не хватит. Хотя 32 гигабайта. Вот, пожалуйста, стаканчики там, все есть. Как бы. Вот сюда я вот подошел показать вам вот это вот. Классное место, реально, под деревом. Чтобы вы понимали, классно. Конечно, близко к дороге, но место реально прикольное, хорошее. Здесь можно прикольно отдохнуть. Вот кто-то отдохнул прикольно, пожалуйста. Вот. Я не удивлюсь, если это те же, которые там пакет оставили. Дом у нас лежит. Бутылка какая-то. Ладно, не это самое интересное. Я начал снимать. Пожалуйста, тоже. Неужели тяжело спалить? Это же бумага. Просто закиньте и спалите. Ладно, бумага перетравится быстрее. Идемте дальше. Вот хорошая полянка. Вышли. Хорошую полянку. Реально, можно здесь классно отдыхать. Даже волейбольчик чуть поиграть. Фрисби побросать. С детьми там все в тени деревьев. Здесь классно, реально. И дорога недалеко. Чтобы не сильно пылило. Вот, пожалуйста. Кто-то принес с собой какую-то коробку, Я не знаю, что это такое вообще. Что-то, при том, что-то с этой коробки делали еще тем более, что скотчем так замотано все. Здесь вот, как вы понимаете, пожалуйста. Пластиковая посуда, пенопласт. Как вы думаете, сколько это будет перетравливаться природа? Сколько она здесь будет лежать? Я еще буду гулять здесь через неделю, через две, через месяц, может быть. Но в любом случае здесь буду еще... Еще в любом случае буду гулять. И поверьте мне, я сюда подойду, я думаю, что оно так лежать и будет. Никто его не будет убирать. Никому это нафиг не надо. Вот, пожалуйста, стаканчики. Вина, короче, пробки, там все как бы нормально тут висится. Я же говорю, чем дальше в лес, тем больше дров. Тут если зайти вот туда в кушари, там вообще будет мусора. Немерено. Это 100%. Тут даже к гадалке не ходи, понимаете? Мусор просто везде. Просто везде. Я не знаю. И лично я здесь уже с ребенком отдыхать не буду, потому что, хоть его не так много, как в некоторых местах, реально. Относительно здесь, поверьте мне, еще немного мусора. В некоторых местах, я вам показывал предыдущий момент. Вот, пожалуйста. Не отошел, я не успел даже отойти, даже 50 метров не успел отойти от того места. Вот то место, которое я снимал до этого. Вот, пожалуйста, новое место. Так вот ходишь и просто прозреваешь. Просто прозреваешь. Честно говоря,
ну, вот наблюдаешь вот это все дело, как бы, сколько хочется всего сказать, вот. Сколько хочется сказать всего в адрес этих людей, остальным людям, которые это все смотрят. Сколько мыслей возникает по этому всему делу. Ну, просто-напросто, честно говоря, как бы со временем просто уже и говорить ничего не хочется. Просто я не знаю, как это объяснить. Скупились люди, как бы. Кулечек. Обычный легенький кулечек. Неужели его так тяжело выкинуть? На, положили. Вот, даже стаканчиков не израсходовали половину. Выкинули здесь. Боже, это просто. Это просто жесть. Салфетки даже не тронутые. Даже не тронутые салфетки. Просто так вот выкинули, все. Для знятия макияжа, вологи и гипоаллергенные. Фуршеты куплены. Это я реально выкину, потому что оно тут будет лежать очень долго. Да хоть куда-то, блин, подальше отсюда. Не знаю, какой уже по счету, как бы там съемка. Еще один дубль. Вот, пожалуйста. Если вы считаете, что это в порядке вещей, то вы або не сповна розум, або вам просто не місце в нашій країні. В общем, ну, как бы, то вы полный идиот. Реально. По-моему, это не в порядке вещей, это ненормально. И я не знаю. Ну вот я вот гуляю вам, с вами общаюсь. И вот я постоянно иду и вам показываю. Вон дорожка, по ней можно пройтись, там еще показываю. Да. Давайте чуть пройдемся. Чуть-чуть буквально прошлись. Ну, чтобы показать. Вот так вот все. Просто посмотрите на этот беспредел, я не знаю, как это назвать. Я просто не знаю, у меня просто шок. Только думал выключать. Какое? Ох, вот так вот, пожалуйста. То, что я говорю, это вот это вот. Это явное. Ну вот там везде все круто, как бы четко. Это вопиющий просто. Я не знаю. Антисоциальный какой-то, блин, поступок. Ну вы же сами себе плохо делаете. Неужели вы этого не понимаете? Вот мне просто интересно, вот напишите в комментариях хоть один человек, кто такое вот делает. Что происходит в голове на данный момент времени? Вот, ну, когда вот именно вот так вот бросается все и уходится. Что, о чем вы тогда думаете? О чем? О том, что как вы классно повисели, или как вы классно еще повисите, или что там, типа, ну, блин, о чем можно думать реально? Неужели так тяжело просто взять и забрать? Ну, здесь как бы нужник. Вот. Такое дело. Идемте дальше. Вот мы подошли к тому месту, где вот первый раз мы на этой природе, вот на этом месте мы отдыхали.
Тогда было чисто реально на этом месте. И, ну, поверьте мне, после себя мы тоже все убрали. Это было где-то весной, в конце весны. Вот. Наверное, вот так вот лучше, да, снимать? Да. В общем, как бы сзади меня это место сейчас покажу. Просто, чтобы вы поняли, здесь было чисто. Реально здесь было чисто, это я видел. Все, как бы мы здесь там два раза отдыхали, все за собой убирали. Теперь все поменялось. После нас здесь еще были люди, и они жирно очень оставили после себя такой памятник. Здесь были люди, быдло люди. Вот, пожалуйста. Что это за треугольнички такие? Что это? О, это детские, да? Детский сок или что это такое? Опа! Завжди зеленый. А, это какой-то это типа здесь день рождения какой-то праздный, шапочка типа для детей. Просто жесть. Пожалуйста. Я уже про покурки даже молчу, ну это типа вообще как бы, хотя это очень плохо, это даже хуже, чем там бумажку выбросить, чтобы было понятно. Вот именно вот здесь вот, именно вот здесь вот мы как бы собирались, здесь было все чисто, я вам даю слово, как бы здесь было все чисто, вот, после себя мы вынесли тоже как бы. Ну и теперь по-другому. Кто-то просто-напросто здесь хорошо отдохнул. Просто под деревом вот так вот удобрение. Удобрил дерево на века. Я просто не понимаю, как можно быть таким быдлом. Просто не понимаю. Это... Без комментариев, реально, я не знаю, что даже говорить. Пожалуйста. Идемте дальше. Еще, может, пару кадров снимем. Ну, снимать-то будет что. Просто я уже, как бы, честно говоря, устал, да и Бесси уже устала. Да, Бесси? Вот. Прогулка, как бы, надо с ней погулять, ну, поиграться. Я, естественно, еще буду не раз гулять, проходить и буду стараться снимать, буду вам показывать. Может быть, блин, даже если как бы одна компания, когда будет уходить с того места, где они посидели, и кто-то один, посмотревший это видео, скажет, блин, ребят, давайте не будем такими быдлами, как на том видео показано. Давайте не будем это оставлять, давайте просто все уберем. Вот если хотя бы одна компания, один человек в этой компании смотивирует компанию после себя убрать, я уже буду считать, что я тупо достиг цели, и я буду дальше как бы продвигать эту всю ситуацию. Объединять людей как бы и, ну, всеми способами как бы поначалу просто показывать, а потом по возможности даже бороться с этим всем делом. Ну, как бы, блин, с этим надо что-то делать. По крайней мере, это надо, чтобы люди знали, да? То есть... Блин, ради бога, висите как вам угодно, отдыхайте, только не мешайте другим, не вставляйте после себя такого срача. Просто не надо этого делать, это, ну, неправильно, это в корне неправильно. И вот это вот говорит о всем том, что происходит в нашей стране. Вот в каком вообще может быть развитии идти речь, если вот, ну, обычные люди вот как отдыхают. Это они во всем вот такие вот. Это не только в отдыхе они такие. Это не только там, допустим, алкоголь делает их такими. Если люди вот такое вот оставляют, при том это не один человек, а это компания, то есть несколько там пар единомыслящих, то есть все они
не задумываются о том, что такое, такие вещи надо убирать. В общем, опять же таки, повторюсь, много мыслей по этому поводу, просто я не знаю, как это все выразить словами. Просто слова пропадают, когда видишь такие просто-напросто ситуации. Задумайтесь, чуть-чуть, по крайней мере, думайте головой своей перед тем, как делать такие вещи. Что будет завтра, послезавтра, там, что вы оставляете следующему поколению, в какой вы на самом деле вообще стране оставляете, какой след вы отпечаток в истории делаете, Вы не великие, не классные, не крутые люди, вы просто быдло. Вот эти, кто такое оставил, нет, не все, конечно, есть люди нормальные, как бы они все там красиво после себя выбирают, но... Судя по всему, сколько я вам уже всего мусора показал, сколько вам показал таких, большинство это быдло просто. Я надеюсь, что некоторые люди начнут становиться на путь истинный или там, как сказать, правильный после этих видео. И мне не надо там куча лайков, мне не надо там слава и все остальное. Мне надо, чтобы вы просто-напросто следили за собой хоть чуть-чуть. На этом закончим. Позвонил напарник. Закончил уже занятие свое. Соответственно, как бы будет ехать на Валеры. Надо и Бесси, чтобы он поставил. Потому иду обратно. Больше снимать не буду. Хотя, поверьте мне, есть что здесь еще поснимать. В общем, этот выпуск... Это окончание этого выпуска. Вот, но не окончание этих выпусков. Я вам буду дальше показывать. И я надеюсь, что когда-то мне не будет что показать. Я очень на это надеюсь. Я не верю, конечно, в это, но я очень на это надеюсь. Ну ладно, подписывайтесь на канал, если это все вам интересно. Если вы поддерживаете меня, как бы, давайте объединяться, давайте что-то делать вместе. Присылайте мне тоже видео на своих районах, что у вас происходит, как бы. Надо это хотя бы показывать людям, хотя бы показывать. Я думаю, что кто-то из людей, которые будут это смотреть, будут задумываться и не делать так, а может быть и других мотивировать, чтобы они так не делали. Ну все, до новых встреч в эфире. С вами был Игорь. Не сорите, люди, убирайте за собой, будьте более как бы гуманными, будьте более цивилизованными, будьте более выше, понимаете, уровнем выше будьте, развитием своего IQ, и всего вам лучшего, самого лучшего. До новых встреч.